ансамбль музыкантов, которые сегодня здесь призывают, танцуют, поют, играют. Начну с танцоров. Они у нас уникальные, замечательные. Вот танцор, который у меня справа, это очень много участников. Танцы на ДТ. Виталий Ливанов! Это тоже уникальный человек, не буду близким, он работает на самом деле. Он замечательный танцор, у него очень серьезная профессия. Но это не важно. Это не важно. Максим Алалыгин. На музыкантах вообще играют уникальные люди. Например, если начать с клавишника, это человек, который написал «Ой, сон, лето, зима». Композитор, поэт, шоумен, замечательный клавишник, друг. Человек, на которого всегда можно положиться. Олег Попков! На гитаре играет не менее гитарный человек. Наверняка многие из нас помнят группу «Форум» еще того, с «Испятой». Тут уже наверняка запомнил мне всю жизнь, когда еще был Виктор Салтыков. И я, учась еще в 9 классе, ходила на все их выступления, потому что была фанаткой. Я даже не могла себе представить, что сидит в зале вот так, глядя на сцену, когда-нибудь этот человек будет со мной вместе поработать, чтобы решение не разделили. Между прочим, тоже композитор. И вот такие дела, это его песня. И люблю и скучаю эту же песню. Да много каких песен написал. Композитор, гитарист. Ну, человек, с которым мы практически с самого начала начали работать. Николай Калыков. Который придумал группу «Летний сад», который делал первые жировки и «Не плачь», это тоже его, можно сказать, практически произведение. Николай Тарвин! Спасибо огромное. Нам действительно очень приятно сегодня здесь находиться. Я абсолютно говорю это честно, искренне, не лукавлю. Такое ощущение, что, правда, я вернулась немножко назад. Это здорово. Thank you.
Спасибо большое. Спасибо, с вами был здорово! Классного вечера! Спасибо! Спасибо!